Решение проблем населения – основная задача Совета муниципальных образований. Для ее достижения в Ульяновской области разработана стратегия развития местного самоуправления. Проще говоря, благодаря совместной работе областного правительства и районных центров удастся решить максимальное количество проблем населения, тем самым улучшить качество жизни. Для этого нам предстоит решить следующие задачи. Первое. Синхронизировать работу региональных и муниципальных властей с повесткой, которая исходит от федерального центра. Я прежде всего имею в виду внесение изменений в Конституцию, закон о создании Госсовета РФ, а также уже принятый в первом чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти. Федеральный центр инициативу поддержал. В ходе заседания председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цесерский подчеркнул, что опыт Алексея Русских позволит вывести систему районной власти на новый уровень. Как заявил в свою очередь глава региона, для этого необходимо дать больше свободы местному самоуправлению. Очень важно, чтобы на уровне муниципалитетов формировалась повестка, лоббирующая интересы граждан. Нашими приоритетами должны стать динамичное развитие муниципальных образований, грамотное использование их потенциала. Такая стратегия позволит создать равные условия как для областного центра, так и для районов. За взаимодействие региональной власти и органов местного самоуправления отныне будет отвечать Владимир Разумков, председатель правительства Ульяновской области. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.